23 августа 2019 год, Харьков. Ну вот он, наш обновленный каскад. От старого каскада осталось только место. То же самое. Больше смахивает на Потёмкинскую лестницу. Вместо стекающих на каскаду воды, теперь ступени с пешеходами. Я думаю, ступеньки здесь кто-нибудь посчитает до меня, после меня и вместо меня. О, как интересно, они-то для удобства людям с ограниченными возможностями. Вполне себе сойдет за каскад. Думаю, во время дождя по этим коридорчикам водичка будет стекать практически так же. Оп. Ай, все бы хорошо, но, конечно, перспектива открывается на фонтан, но не фонтан. Вот из окон этого здания, конечно, будет открываться перспектива куда приятнее. Азарянская церковь. Это, конечно, не год постройки каскада, год основания Харькова. Условный. Так, сейчас посмотрим с высоты. Это дельфинарий. Ну, дельфинарий, где был, там и остался. Елки-моталки, это у нас пятница такая. Я со смены вообще-то. А люди откуда? Почему не на работе? Что ж здесь будут выходные? Горячего дома. Нет, ты посмотри, это ж караул какой-то. Thank you.
Ладно, будем выключаться. Объемная большая.